этом видео рассмотрим новейшее обновление от Leonardo AI. Сервис Leonardo недавно презентовал свою новую имиджевую модель под названием Феникс. Как заявляют сами разработчики Leonardo, и мы проверим в этом видео, что в этой модели существенно поднялось качество генерации картинок, а также скорость генерации. Модель Феникс гораздо лучше следует промпту, то есть лучше управляется при помощи слов. Теперь в модели Феникс можно генерировать текст. Посмотрим тоже в этом видео, какой результат. Теперь можно задавать промпт не только на английском языке. Искусственный интеллект автоматически переведет промпт на английский и улучшит его. Это все реализуется при помощи специальной функции, которую мы тоже будем рассматривать в этом видео. Поэтому давайте приступим. Заходим в свой аккаунт. Я захожу обычно при помощи Google аккаунта. У меня открылась главная страничка. И все эти изменения находятся во вкладке Image Generation. Мы можем попасть из бокового меню, либо вот здесь нажать Image Generation. И здесь мы можем видеть, что существенно изменился внешний вид интерфейса. Изменился он не только внешне, но и функционально. Здесь есть коротенький гайд, где тут что находится. Ну, во-первых, сама строка для введения промпта. Кнопка генерации вверху справа. Теперь у нас то, что раньше мы использовали модели для генерации своих картинок, теперь это все называется пресеты. Переехала вот в такую кнопочку пресеты. Будем их сегодня рассматривать. Дальше Image Guidance и использование элементов спрятаны под этой кнопочкой. Промпт-генератор кнопка теперь у нас находится вот в этом месте. Здесь мы можем либо улучшить наш промпт, либо сгенерировать новый случайный. И также мы можем вернуться в старый интерфейс. Для этого нам нужно просто здесь включить переключатель. Если мы хотим еще раз ознакомиться с расположением кнопок, нам нужно просто нажать на знак вопроса. Ну, я пока что нажму «Финиш». Итак, если мы здесь переключим рычажок, мы возвращаемся в старый интерфейс. Об этом интерфейсе у меня есть подробное видео на канале, но мы сегодня будем рассматривать новый интерфейс. Переключаемся на новый интерфейс. Откроем вкладку «Пресеты». И здесь мы видим, на данный момент нам доступно 10 пресетов. «Феникс» — самый новый из них, и, как говорят сами разработчики, он работает по другим принципам. Выберем его. Следующая вкладка «Авто» тоже очень интересная. Здесь есть всего два режима — «Автоматик» и «Off». Рекомендуют использовать автоматик, потому что он очень хорошо улучшает промпты. И кроме прочего, он же и переводит промпты. То есть можем набирать промпт на своем языке, он его автоматически переведет и улучшит. Если же вы абсолютно уверены в своем промпте и вам нужно получить что-то очень конкретное, тогда нажимаете вкладку Off и сам промпт нужно писать на английском языке. В нашем случае мы выберем автоматик. Кроме того, вот эта функция Prompt Enhance доступна только вместе с моделью Феникс. Если мы выберем другую модель, например, эта кнопка исчезает, как видите. Поэтому выберем снова Феникс. Здесь выберем авто. Есть еще вкладка Preset Style. Здесь мы можем выбрать дополнительно еще стиль к нашему пресету. Я выберу Cinematic, потому что я хочу более фотореалистичное изображение. Контраст. Здесь всего три. Низкий, средний и высокий. Средний будет оптимально. Следующий Generation Mode. В бесплатной версии доступна только одна кнопка. И дальше идет выбор размера и пропорции изображения. Если нажмем на вкладочку More, здесь ползунком можем выбрать более точное соотношение сторон. И размер здесь показывает соотношение сторон, а здесь размер в пикселях. Либо выбрать стандартный из предложенных. И дальше интересная особенность здесь в новом интерфейсе, что мы можем сгенерировать только 4 картинки, не больше и не меньше. Если мы выбираем меньше, сразу же предлагается платный вариант. Так что имейте в виду, что генерируются 4 картинки, и в соответствии с этим списывается большее количество монеток. И давайте попробуем уже что-нибудь сгенерить. Я подготовила заранее промпт. Вот такой благоухающий, свежий, яркий букет летних цветов в прозрачной вазе стоит на столе. При этом у нас выбрана функция авто, Prompt Enhance, и попробуем сгенерить. Как видите, в процессе генерации здесь наш промпт поменялся на английский язык, и смотрите, как много текста он добавил. Сейчас посмотрим на результат. Ну и вот посмотрите, какие картинки. Как по мне, то очень-очень красиво. И что еще интересного в этой модели? Вот здесь, как вы видите, есть такая кнопка в виде маленького карандаша. Если мы на нее нажмем,
мы можем добавить исправление, которое мы хотим увидеть в нашей картинке, прямо вот здесь. И давайте что-нибудь напишем. Например, добавь цветы розового цвета. На заднем фоне сделай интерьер спальни. Такое мы внесли исправление, тоже на русском языке. Посмотрим, что он нам сгенерит в этот раз. Ну и вот смотрите, какая красота. Видите, насколько он послушный. То есть, что мы его просим, то он и генерирует. Вот такая замечательная новая модель. И она в бесплатной версии. Правда, вся эта генерация съела у нас 50 наших монеток. И теперь давайте попробуем сгенерить текст. Для этого я убираю здесь предыдущий промпт, вставляю новый. У меня промпт вот такое слово «феникс», составленное из ярких цветных воздушных птичьих перьев. Однотонный светло-серый фон, надпись выглядит очень красиво, воздушно и легко. Фотореализм, высокая детализация, видно каждое перышко. Это шедевр фотоискусства. Настройки те же самые и попробуем сгенерировать. Ну, как видите, на двух картинках он добавил надпись, понял немножко по-своему, нарисовал нам птицу Феникс. Но сами картинки довольно неплохо. И даже надпись он написал без ошибок. Картинки довольно интересные. Вот это очень даже красиво получилось. Ну, вот видите. Теперь мы можем в Леонардо генерировать текст. Я вам покажу еще предыдущие свои картинки. Вот такие у меня были картинки. Тоже довольно неплохо. Здесь немножко склеенные буквы, но это уже, конечно, я придираюсь. Такой вариант еще я делала, но здесь он кое-где написал с ошибками. То есть пока что не идеально, но уже можно экспериментировать. И давайте еще посмотрим, как работают функции Image Guidance и элементы. Но, к сожалению, на данный момент с моделью Phoenix они не работают, а в будущем обещают это исправить. Поэтому мы выберем другой пресет. И в данном случае я хотела бы создать какую-нибудь иллюстрацию. Выберу, например, вот эту модель для иллюстрации. И в Preset Style выберу тоже Illustration. И вот наша кнопочка теперь активна. Здесь нажмем «Посмотреть больше». И в бесплатной версии нам доступны функции Image to Image и Style Reference. В моем случае я выберу Style Reference. И мне нужно будет подгрузить картинку. Я подгружу ее со своего компьютера. Вот у меня подготовленная картинка. И дальше здесь в этой же кнопке есть элементы. Их добавлять не обязательно, но мы можем просто посмотреть. Здесь все те же элементы, что и в старой версии. Если хотим добавить каких-то особенных эффектов, можно их выбрать отсюда. Давайте я попробую вот такой элемент. Их можно добавить до 4 штук. И вот такой еще элемент добавлю. И посмотрим, поэкспериментируем. В качестве промпта я возьму свой предыдущий промпт с букетом цветов. И попробуем сгенерировать. Но видите, получилась какая-то ерунда. Давайте мы этот промпт переведем на английский язык все-таки. Переведем на английский. Здесь я вставлю на английском языке. У нас еще есть здесь кнопочка «Улучшить промпт». Два варианта. Либо новый случайный промпт, либо improve. Мы выберем улучшить существующий. Он нам сделал новый промпт и попробуем еще раз. Все-таки в других моделях более существенное время ожидания. Я просто вырезаю на видео эти моменты. И, как видите, я забыла, что промпт нужно вводить на английском языке. Сейчас проверим результат. Нарисовал цветы, да, здесь едва просматривается вазочка, все такое очень пестрое. Довольно интересно, но не то, что я хотела. Давайте еще попробуем убрать элементы. Давайте уберем элементы, и пусть он просто наследует этот стиль, который я ему предложила. Попробуем еще, и у меня уже заканчиваются монетки. Пробуем еще раз генерить. Ну вот, теперь уже то, что нужно. Как видите, элементы иногда только мешают. Картинки очень хорошие, мне очень даже нравятся. И соответствуют промпту. И еще я вам не показала, здесь внизу есть вкладочка Advanced Settings, расширенные настройки.
Здесь мы по-прежнему, так же, как и в старой версии, мы можем задавать негативный промпт. У нас появляется поле для негативного промпта. Это особенно актуально, когда мы создаем изображение людей, животных, чтобы там не было лишних конечностей, лишних пальцев на руках. Transparency. Эту функцию я рассматривала в одном из своих видео. В новом интерфейсе она тоже доступна. Позволяет создавать картинки сразу на прозрачном фоне. И Tiling — это для тех случаев, когда мы создаем какой-то непрерывный узор или паттерн. И Fixed Seed, если мы хотим унаследовать какую-то картинку и знаем ее seed, здесь просто нужно будет включить этот рычажок и сюда вписать этот seed. Ну что ж, друзья, мне очень нравятся новые функции, которые нам предоставил Леонардо. Но также, если мы переключимся в старую версию, все старые функции нам также остаются доступны. А на этом видео я буду заканчивать. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь и до новых встреч!